Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как подключить наушники Philips Action SHQ6520BL к вашему Android-устройству, либо же вообще к любому телефону, хотя нет, скорее к Android. В общем, почему не к iPhone? Потому что к iPhone нужен переходник, а у меня его нет. Вот, собственно, как подключить к Android. Итак, для этого мы берем наш телефон, и у этих наушников есть только одна возможность подключения через мини-джек. Мы должны найти вот такой вот вход, 3,5 мм, и просто взять вот этот мини-джек и воткнуть его туда. Вот и все. Телефон у нас сразу же их по-любому обнаружит, и вы сможете слушать музыку. Вот значок, который это подтверждает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.